Все? Всем привет, ребята! Вы попали на канал Даниэль Бой Влог. С вами Даринка Мандаринка и... Как всегда, верховный судья. Просто Дима. Просто Дима. Верховный судья, депутат Верховной Рады, цыганенков местных котиков, Дмитрий Алибабасович. Аплодисменты. Какие аплодисменты? Тебе, блин, какие аплодисменты? Тебе дают аплодисменты? Ой, потряслась камера. Жить. Так, в общем, ребята, сегодня мы снимаем пранк над Витьком. Аня, короче, нам написала, создала специально отдельную группу и написала типа без Вити, да. То, что мы, в общем, мы сегодня пранкуем Витю, ну как мы, Аня хочет пранкнуть Витю, типа то, что Аня перестает общаться с Витей и с ним типа расстается, то, что она его не любит, не любила, там драли-вали, в общем, какую-то фигню-то свою замутит, вот, а потом будет твориться трэш. Витя начнет сразу меня бить, Муша, когда мы скажем, что это пранк, он начнет говорить. Типа, о, ТРПР 8, ой, ТРПР 8 а дыр, ты знал, то, что это пранк, я другу не сказал. Это прикол был, то, что в конце, типа, делается, а, я вспомнил. Кусь. Типа, кусь, да, там, типа, песню забыла, блин. О, там что-то... Кусь. Там, типа, будто доктор ее пусть, ее пульс, она тянет мои шеи и зубы, делая мне кусь. А тебе не получается, ты похоже так. Ладно, я промолчу. Ну, а потом все пишут, Дима обижает девочек, Дима обижает девочек. А, кстати, я почитал комментарии, вы пишете, почему с нами не снимается Лера на влогах. Лера на влогах с нами не снималась, потому что она сначала не захотела сниматься. Паша, привет. И то, что вы посмотрели, что у нас случилось с Лерой из-за катка. И вот из-за этого, типа, ну, просто не, ну, не надо с ней сниматься, потому что у нее с лицом проблемы сейчас. В общем, сейчас вы, ребята, я думаю, поняли. Вы смотрите на основном канале видео. Канал основной называется у нас Даниэль Бой. Кто не знал, обязательно подпишитесь, если вы не подписаны. На этот канал тоже подпишитесь. Вот. Не понимаю, о чем речь, ну ладно. Да и не надо. Все равно не понимаю. Да. Паша, привет. Привет. Чё, не поздоровалась, а? Фу, сейчас воняет. Фу, реально. Говном каким-то. Паш, ты пишешь. Вы что, фу, аж завоняло. Каким говном вообще? Можешь ешь? Сесть, пожалуйста. Ладно. Шташу. Тихо. Все. Хорошо. Я понял. Хорошо. Паша, а ты знаешь, что мы сегодня снимаем? Откуда я могу знать, что мы сегодня снимаем? А ты можем... группу не заходил, которую Аня создавала? Нет. Короче. Ну, короче, сюда. Короче, Аня решила. Знаете, обычно, кто не считает группу, так это Паша, Аня. Ты зачем не читать группу? Что? И Витя. Что ты обычно читаю группу. Да. Нет, серьезно. А как? Самое первое отвечает всегда в группе я. Но это серьезно, без шуток. Короче. Короче, Паш, пранк снимаем над Витей. Она прибита слишком сильно, чтобы она сказала. Да, что типа Аня его бросает, и типа то, что она никогда с ним не хотела типа встречаться, это так просто мужа заставляли. Всем привет! Ого, ты на зуме такая смешная. Привет. Привет. Чё, ты? Привет, короче, ребят, рассказывай. Дима, Дима знает, а ты, Паша, скорее всего, даже не догоняешь, как происходит. Короче, сейчас. Ну, мне только что рассказывали, типа, не ты пришла понимаю. И всё перебила, да что? Ну, короче, в общем, в итоге я решила, громче. Что... Громче. Я решила, ещё. Что я должна устроить пранк на Вите, потому что Витя меня пранкнул тогда с Пашей. А сейчас мне хочется его пранкнуть. Он же сказал какая-то, что я скучная в пранке. Я хочу ему сказать, что я его бросаю, потому что, типа, ну все, Витя, чувства остыли, как бы. Пока. Ну ты понимаешь, что это будет? Если он не поймет, что это пранк, что вообще с тобой будет? Что будет с нами, он начнет всех бить, обзывать, матюкать. Блин, я не хочу себе сломанные руки. Да. В тот момент, когда я здесь сидела, мне настолько было обидно, я просто встала, развернулась и ушла. А я когда смотрела видео, он там говорит такой, ой, блин, ребята, что делать, если она со мной расстанется, а если она меня не просит, что делать? Ну как, ну блин, типа. В общем, я сейчас позвоню Вите. Да, нет, ты сядь чуть-чуть. Муша вот так как-то, смотрите, я обнял, надо вот так вот. Звоним Вите. Вик, как подписан Витя? С сердечком. Витя сердечком. А у меня Дима, знаешь, как подписан? Тихо. Ну что? О! Вот так вот! Привет. Привет. Что за тренер? Привет. Кабан. Привет. Как дела? Всем привет, ребят.
как дела? Да мне нормально. Блин, что не по погоде идет, и жарко все. Думаешь, в штаны, смотри, куроксы. Дима, то ой, Дима. Курокусы. Так а че? Паша тоже оделся, ребят, а я. Ребят, тихо. Нам нужно поговорить с Витей, и, наверное, я скажу это на всеобщее обозрение, чтобы. Зачем? Что? Ну, это серьезный разговор. Давай отойдем. Нет. Я хочу, чтобы все друзья знали из нашего. Громче, не говорите. Хорошо. Ведь нам придется с тобой расстаться. Я к тебе... Что сделать? Расстаться. Я к тебе... Почему? Я а что такое? Я ничего не чувствую. Я не хочу быть с тобой. Ты мне не нравишься уже. И мне кажется, что наши отношения Аня, это большая ошибка. Все подарки. Я тебя водил в кино, рестораны. И ты после этого говоришь, что ты хочешь со мной расстаться? После всей любви? Ведь, ну, любовь прошла, все. Я не чувствую к тебе ничего. Не чувствуешь со мной? Только вчера мы с тобой лежали. Не понял, а где вы там уже лежали? Что смешного, ребят? А где вы уже лежали, я не понял. Аня, что такое? У меня дома она вчера была, мы лежали, смотрели кино, я накупил кучу вкусняшек, заказал пиццу, суши, блин. Значит, ты под, ну, к своей девушке, которая с собой бросает, а когда я тебе звоню, говорю, Вить, ходи гулять, ты Аня, говоришь, все, я занят. Хватит шутить, я тебя люблю. Нет, я не шучу. В смысле не шутишь, Ань? Я тебе честно тебе говорю, я к тебе уже ничего не чувствую. А, да? Ну, я тебе тоже хотел сказать, что мне нравится Дарина, я ее люблю. Чё? Что? Что? Что слышишь? Офигеть. Нифига себе. Она мне нравится. Я? В каком плане она ты тебе мне нравится? Нравишься, да. Она красивая, она хорошая, она не такая, как ты. А что я, Витя? Что ты? Да. Ты расскажешь, что ты тоже на всеобщее обозрение? Давай, я тебя слушаю. Хорошо, Ань, хорошо. В смысле, я тебе нравлюсь? Ты меня утешишь. А мне ты радуешься? Мне ты мне ко всем ревнуешь просто. Мне это так бесит. Витя. Просто. У тебя нет никакого доверия ко мне. Ты просто... Витя, в смысле, я тебе любой нравлюсь? Любой собаке. Или, ну, просто ты мне нравишься, Дарин. А как же Аня? Ты издеваешься, Витя? Вот Аня. Вот, хорошая девушка, которая только что меня бросила. Я даже, блин, плакать ничего не буду. Я мужик. Не, ну, типа, если да, честно, ты мне тоже нравишься. Ого! Ничего себе! Ничего себе! Вить, это вообще все. Между нами больше вообще никогда в жизни ничего не может быть. Вообще. Ань, я согласен. Я тебя не люблю. Я тебя тоже. И больше никогда в жизни я тебя не полюблю. Я тебя тоже не полюблю. Не переживай. Ничего себе! Твои слова мне просто, ну, знаешь, ну, убили. Может, мне удеться на старание? Да пришибут как-то ненароком. Я уже с родителями думал, блин, как... Я им уже говорил, я хочу вас с Аней познакомить, я хочу с Аней там в дальнейшем жить, хочу детей родить, там это все. Вот, пожалуйста, у тебя есть Дарина, рожай детей с Дариной, у вас там получится, много чего у вас там получится, я в этом уверена. А все у нас получится, Аня, у нас все получится. Нет, Вит, ну я же просто пошутила, я думаю, ты пошутил, и я думаю, это все... В смысле пошутил? Ну, мне просто дружба на данный момент с Аней... А надо мной, значит, не шутить, да, типа? А я должен так, да? Ань, что ты плачешь? Успокойся. Да пускай плачет, она заслужила это. Не, Ань, ну реально, это говорить, то вчера целоваться, лежать, правда, с Витей, я сегодня говорю, что это... Ну, мы расстаемся, такое-сякое. Что ты решила? Какая вам разница? Это мои отношения. Если мне не нравится человек, и если я не чувствую к нему любви, зачем мне его любить? И зачем мне быть с ним вместе в отношениях, если я не чувствую к нему ничего, ребята? Вы вообще адекватные люди? Я думала, вы друзья реальные, настоящие, не то что он. А я что? Да ты предатель, Витя. Предатель? Сколько да. я тебе внимания, блин, уделял? А сколько я тебе внимания уделяла? Не кричите, нет? Не кричите, не кричите, не кричите, успокойтесь, все. А я тебя просто ненавижу. Я тебя тоже ненавижу. И что дальше? Да ничего дальше. Аня, говори. Давай. Что расскажешь? Ничего. Подожди. Ничего. То нет, это мы Паше хотели. Это как всегда улыбится сидит. Ему сильно весело. Да ты на друзей вообще не гони, понял? Успокойся. Ага. Тем более мы тебя звали, блин, а ты с Аней там лежал. Ну, лежал. Одна бы сказала, пацаны, я не могу, я родителям помогаю. Вот как ты родителям помогаешь. Видите, я даже... Вот видишь, я Аня... Я тебя пацанов променял, я им соврал. Ты думаешь, а мне я хочется сколько пацанов раз променял? Гулять с Дариной, пацанов? Потому что ты меня звал к себе. Мне противно даже тебя слушать, Аня. Мне вот реально противно. Ну тогда не говори со мной, если тебе противно. Уходи отсюда, тебя здесь никто не ждет. Успокойтесь. Язык себе помою. Идиот. Идиот, да, идиот.
Все, что ты можешь сказать. Он просто класс маленький, да. Уговорился. Да. Смешно. Это всего лишь был пранк. Вить, это был пранк, ты чё? Мы хотели тебя пранкануть. Аня хотела пранкануть тебя в ответ на то, что... Всё, теперь встречайся с Дариной, вот у вас идеальная совместимость. Ну ты будешь с ней встречаться, пранканула, да, ну хорошо. Она а мне, ты меня она мне всегда нравилась. Ты меня как пранканул с просто, Пашей. Ты была просто всегда для прикрытия. Нравилась мне Дарина. Потому что Дарина, ну, мне не получается встречаться с Дариной. Я боюсь, что ей не нравлюсь или еще что-то. А ты так, ну... Нифига себе, какие страсти мордасти. Никогда я тебя даже не любил. Да все было наигранная игра. Я вижу, как весело. Кому весело? Ань, куда? Все, Витя, да подожди. Всего тебе хорошего. Я Ань, да подожди. Сердце, Ань. Подожди. Дарина, иди сюда. Дарина, иди сюда. Что? Я не хочу к тебе подходить. Я вам сейчас такое расскажу. Я даже не хочу тебя слушать. Ань, ну подойди сюда на секунду, пожалуйста. Ань, иди сюда. Садись, 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 садись. Еще раз нужно выслушивать от тебя. Ты меня ненавидишь. Что еще тебе надо от меня? Присядь, хочешь пожалуйста. Сказать, говори, присядь, я слушаю. Присядь, пожалуйста. Я не буду. Ань, садись. Что ты улыбаешься? Вам так весело всем. А сядь, успокойся. Я тебе кое-что расскажу. Аня, все, успокойся. Все, сядь. Все хорошо. Я реально сейчас поговорю. Нет, сейчас разговора никакого не будет. Да подожди, но если хочешь, нужно сказать, сядь. Вы думаете, я настолько тупой, что поведусь в эту бредятину? Она мне только вчера говорила, как она меня сильно любит. Я сразу понял, что это пранк. Ну и просто в жизни быть такого не может, что она что-то разлучит. Сразу понял, она такой занервничала. Я специально во время ее пранка решил ставить свой пранк. Я тебя люблю. Хрущ, вот это ты хрущ. Ну зачем мне Дарина, ребят? Я не верю. Так, ты вообще на Дарину тут не надо. Он меня не любит вообще. А что у вас Дарина? Он меня не ценит. Так какой не ценит? Так какой не ценит? Подожди, что не... Он меня не ценит, не любит, не уважает. Он нас вчера променял на тебя. А я тоже меняю кошелку. Андрину на Витю. А Витю на Дарину? Я тебя люблю. И Витю на Дарину. Ты меня любишь? Конечно. Так, ну, ребята, вы видите, что у нас произошла какая развязка. Горько! Да нет, меня не внимательно. Не целуйтесь, я вас прикрываю. Горько! Горько! Так, не на камеру, ребят. Я не привык к такому. Так, ладно, все, ребят. Что ты ржешь? Короче, ребята, вот такое вот такое видео у нас получилось. Пранк вдвойне, пранк два в одном. Двойной пранк. А я тебя вижу. Что видишь? Дима, я тебя тоже люблю. Ну да, я не хочу, чтобы у нас в семье геи были. Причем тут геи? Мужская дружба. Кадык передавил. Умираешь? Наконец-то. Ребят, я вас тоже люблю. Я не хочу. Я тоже, ребята, целую. Люблю вас. Короче, ребята. Всех любим. Всех целуем. Целуем. Пока. Всем пока.